Ювижн в общем массе, звездный мухандр первый. Не любили везде, в аэробороне, в Монтон Шикандада, в Зенгейкпанэнда, в Жобамос, в Нелегенда. Бүгін командамызда мен, Айран және Айнур бармыз. Біз қолымызға фотоаппаратымызды диктофонымызды алып, қаламызда болып жатқан мәдени шаралардан қалыс қалмауға тырысамыз. Өнерге, шығармашылыққа жақын жастардан сұхбат аламыз. Бізде идеямыз мен кейіпкерлеріміз өте көп, алайда бір материалды дайындауға бір күннен үш күнге дейін кетеді. Өйткені оны фотосуретшілер сапалы, әрі верткасы ерекше болу үшін біз осындай жұмыстарды істейміз. Бүгінде біздің сайтта 30-ға жуық материалымыз бар. Сондай-ақ біз осы жаңа жылдан бері жаңа фотошоу серияларын бастап жатырмыз. Оны біз осы қаламызда қалалық кітапханаларынан бастадық. Қазірде жатақханаларға фотошоу жасап жатырмыз. Оның барлығын біз яғни студенттердің тұрмыс тіршілігі өмірін көрсету үшін осындай жобамыз шығарып жатырмыз. Жалпы бізге қандай да бір сұхбат, репортаж болмасын, ең басты мақсатымыз ол жастарға жаңа серпін беру, яғни оларды бір биік мұраттарға жетелеу. Мысалы, сіздер мына жастарды танисыздар ма? Бұлардың барлығы жаста болса, қазірдің өзінде көптеген жетістіктерге жетіп жатыр. Мысалға, мына қыз ол Зарина, жас дизайнер. Қазірде үшінші курс студенті болса да, қазірде көптеген киім көрсетілімдеріне қатысып, жаңа туындыларын өзінің көрмелерде көрсетіп жатыр. Ал мына қыз Гимира. Ол Қазақстандағы шахмат бойынша 3-1 чемпионы. Қазірде халықаралық мастер, гроссмейстерге өткен, қазірде Испаниядағы Сарагоса клубында жұмыс істеп жатыр. Келесі ол Талғат, қостанайлық математика мұғалімі. Ол өзінің ісін сүйгені соншалықты, ол қазірде оқушыларға алгебра мен геометрияны жеңіл түсіндіретін арнайы компьютерлік бағдарлама ойлаптатқан, соны қазір Назарбаев университетінде басқа да мұғалімдерге тәжірибе ретінде көрсетіп жатыр. Келесі Малика, ол Лондондағы Сент Мартинс университетінде оқиды. Онда бір кездері Джон Галиано, Макквин сияқты атақты дизайнерлер оқыған. Қазірде Малика сол атақты дизайнерлердің көрсетілімдеріне қатысып, көмектесіп, өзінің фэшн блогын жүргізеді. Яғни біздің айтайын дегеніміз осындай үлгілі жастарды көрсету арқылы біз өзіміздің оқырмандарымызға үлгілі, яғни сәттілікке қалай жетудің бір нұсқаулығы үлгісі ретінде көрсеткіміз келіп отыр. Біздің басты мақсатымыз да осы. Значит, как мы собираемся распределять наш проект в интернете? Это как традиционные шейлы, рассказать друзьям, помимо этого, в каждой соцсети у нас есть фотоальбом, мы делимся своими иллюстрациями в социальных сетях таким вот образом. И плюс у нас скоро появятся информеры, которые уже используют Ювижн сам, а у нас будет отдельный информер на таких сайтах, как Настайн, Кирилл.инфо, и потом добавимся еще другими казахскоязычными сайтами. Как мы будем монетизировать проект? Потому что для, понятное дело, что для того, чтобы создавать хороший контентный проект, нужны средства какие-то. Так же, как и делают проекты Рунета, это медийная реклама в первую очередь, и плюс спецпроекты. Мы хотим предложить крупным компаниям и отечественным брендам какие-то свои специальные проекты, которые будут, то есть там в этих, это не будет прямая реклама, точнее это будет прямая реклама, но без product placement. То есть каждый пользователь может купить какой-то материал, он будет видеть, с чьей поддержкой он вышел, но в то же время это будет очень качественный материал. То есть тут в этом случае бренд предоставляет качественный материал в нашей аудитории. Это уже делал отечественный Vox Populi. В прошлом году у них вышел замечательный проект, посвященный 20-летней независимости Казахстана. Ну и это делает Хабарми, то есть какие-то очень интересные проекты для молодежи, да, для нашей аудитории, которые выходят при поддержке очень крупных брендов. Ну и предоставим слово нашим спикерам. Да, давайте, спасибо, я представлю наших спикеров. Бекжан Кимбаев, коммерческий директор был платформы Ювижн, и Алексей Реликбаев, пиар-менеджер Меги и руководитель вот этого названного Vox Populi. Прошу там с очередностью, наверное, как. Мы ждем нашего третьего спикера, кстати, он в дороге обещал приехать, да? Давайте пока видео начнем. Здравствуйте, меня зовут Бекжан Кимбаев.
Здравствуйте. Вчера вас здесь видел. Я расскажу финансовую часть нашего проекта. На данный момент проект мы поддерживаем полностью собственными силами, силами Ювижена, но на данный момент мы ищем спонсора, компанию, которая поддержала бы этот социально значимый проект. Да? Какие преимущества? Помимо того, что компания показывает себя на Ювижене, да? Сама платформа очень хорошая площадка для пиара. Помимо этого, мы также представляем компании возможность показать себя в русскоязычной аудитории. Да? Но проект через какое-то время, год, это будет полностью выходить на покупаемость и будет себя уже сам финансировать. Как мы хотим этого добиться? Это я уже рассказал, это, во-первых, медийная реклама. Мы будем, у нас есть хорошие отношения уже с крупными агентствами, с крупными компаниями, которые готовы размещать инвестиции именно в этом проекте. Да? Также будут специальные спецпроекты, где мы будем показывать очень хороший контент, где компании через качественный контент будут представлять себя. Решил я передам слово. Здравствуйте. Я такой тренировался, когда начали казахском. Но я стесняюсь разговаривать. Мое первое интервью на казахском вышло на IT-тех на прошлой неделе. Я, в принципе, с самого начала, когда мы стартовали с проектом «Рукоголь», мы пускали версию на казахском языке. То есть для нас это принципиально, мы понимаем, что что у нас большинство аудитории русскоязычная, да, но необходимость казахскоязычной версии мы понимали сразу и запустили ее буквально в течение месяца. И мне очень нравится тот путь, который проходят наши друзья с Ювижен, да, то есть они, это не просто была платформа, которая почивает на лаврах, да, она постоянно вкладывается в развитие. То есть я поддерживал начинание UBTV, да, теперь, получается, есть казахскоязычный журнал EPN, да, и я искренне рад, что именно Ювижен задает тон сейчас интернет-контенту казахстанского. Да, и это очень важная штука, потому что и казахстанский интернет будет конкурентоспособен, как только в интернете будут находиться те вещи, которых нельзя найти на телевидении, в газетах и в журналах. Одно из них — это начинание именно журнала «Юпен». Да, я хотел бы просто пожелать ребятам удачи, чтобы они не сдулись, что часто бывает, да, чтобы именно шло дальше в развитии, чтобы они первое время, то есть находить аудиторию будет достаточно сложно. Это самая большая проблема, которая есть. И будут такие моменты, когда будут руки отпускаться от того, что никто не заходит, никто не читает, никто не лайкает. Да, то есть, но этот путь надо будет пройти. Я думаю, что ближайший год покажет, что у проекта есть своя аудитория, что есть огромная аудитория, казахскоязычная, да, то есть которая приходит в интернет, которой нужен контент. Нужен контент качественный, хороший. Надеюсь, что ребята его смогут предоставить. Спасибо. Спасибо, Алишер. И вот мы дождались Амангельды Сиетхан. Здравствуйте. Если есть что добавить, если вы знакомы с этим проектом, да, наверняка что-то уже читали, видели, то прошу. Рахмет. Біріншіден, бұл да енді сай келгенде бұқаралық ақпарат құралдарына жатады ғой. Екпіннің дүниеге келуіне қуаныштымыз, құтты болсын айтамыз. Жалпы журналистиканың көтеретін жүгі, оның қоғамдағы рөл туралы көптен айтылып жүр. Бізде айтамыз аудиторияда, тағысындағы жерлерде. Мынау мемлекеттің әлеуетін байқататын, оның рухани салмағын, мәдениеттегі үлесін көрсететін бұл әрине журналистика. Жалпы журналистика кейіректе бұрынды тәрбиелеуге
жалпы сол мемлекеттің тұғырының мұқты болуына ықпалы ерекше. Демек, журналистикасы мұқты мемлекет әлемдік өркениетте, не болмаса жалпы деңгейде ойып тұрып орналады. Оны неге? Әкеле жатырмын, біз екпінде бұл арқылы жастарға ой салам дейтін болса, олардың рухани ой өрісіне кеңістік сыйлайтын болса, жоспардың жобаның өз миссиясын орындаған. Әрине, бір ғарып шықтық, әзірше сын айту, сөйлекетті шығар, әбестік болар, өйткені жаңа ғана басталған шаруа кейін дөңгелетіп әкететініне мен сенім керек. Өйткені жастар біздің болашағымыз, бұл бүгін кейбіреу маған шәкірт дегендей өздерін әйелегісі келеді, жоғарыдан орын сайлағысы келеді, осының астарында мен оған сенімге құқым жоқ. Яғни мен Айжан Кәрібаева, Рахшылаймын болса, ойлаймын белгілі бір деңгейде, белгілі бір дәрежеде осы онлайн журналды жүргізіп отырады ғой. Не керек бізге? Біріншіден қолданба. Қолданба деген не? Өзіңнің ойып алған орның өмірдегі. Журналистика, егер дәрежеге айтатын болса. Міне осы ретте бұл жастар биік мақсаттарға ұмтылуы тиіс. Ұмтылып та жатыр. Демек енді барынша толыққанды дүние жасау үшін қолдан келген шаруаның бәрін жүзеге асыру керек. Ізденіс. Ең алдымен ізденіс. Ізденіс бар жерде нәтиже бар. Ал нәтиже бәрімізге қажет дүние. Е? Екпінді ашып қойды, оның ғұмыр келді болып қалса дұрыс емес. Ал ол ешкімді толғандырмайтын, қаға берісте қалып қоятын дүние болса тағы да жараспайды. Міне сол себепті біз екпінге еліктейтіндей, не болмаса бүгін танымалдығына Абай KZ сияқты күніне мыңдаған оқырмандар кіретін сайт пайдаланған дұрыс. Ол үшін әрине қызықтыра білу сіздер